Всем здравствуйте! Еще при жизни Жанны Фриске Дмитрий Шепелев считался одним из успешных молодых телеведущих. Именно тогда его заметил Константин Эрнст и предложил работу на Первом. Считается, что именно Жанна поспособствовала карьере своего возлюбленного на телевидении. Дмитрий сразу покорил публику своей доброжелательностью, обаятельностью и внимательностью. Много лет он вел передачу «На самом деле». Однако после ухода Фриске Дмитрий как будто потерял управление своей жизнью. Стал жестоким и надменным. Возможно, это результат потери, боли и утраты любимой женщины. Со временем Шепелев профукал все, что подарила ему Жанна. В этот список можно включить совместную их квартиру, которую он продал, все деньги на воспитание ребенка, отношения с родителями и телевидение. Все сферы их совместной жизни превратились в какой-то сущий кошмар, с которым Дмитрий без Фриски не справился. На сегодняшний момент Дмитрий очень резко реагирует на все комментарии по поводу ухода с Первого. Возможно, от нервного срыва он снова может на какое-то время впасть в алкогольную зависимость. Очевидно, новые отношения Дмитрия не так благотворно влияют на его жизнь. Главным фактором его провала могла стать гордость и уверенность, что все в его руках. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.